Ребята еще там. Я ушел от них, чтобы не мешать ни им, ну и чтобы они не мешали. Попробуем, что у нас здесь. Да, приятного окушка мы достали. Андрею пока не везет. Вот Дима хорошо ловит. Есть чему у него. Опа! Есть! Ребята! Сход! Видели, да? Вон даже буруны выходят. Она даже всплыла. Так. А почему же она сошла-то? Были какие-то прям из-за льда, что ли. Видите, да, что с приманкой? Прям всплыла рыба. Слушайте, похоже было, что это форель. Тише, не кричи! У Андрея там что-то большое, говорит, клюнуло. Пойдемте посмотрим. Давай, давай, давай. Давай, вытаскивай. Он даже не поднимается. Не поднимается? Аккуратно тогда. Так, смотрим, что там у Андрея. Говорит, там крокодил. Крокодилончик отпустим. Ого, ого. Ничего себе. Давай, Андрей, давай. Тихо, только не торопись. Не торопись. Не торопись. О, да, там что-то огромное. Там что-то огромное вообще. Давай, Андрюша, давай. Тихо, только не торопись. Ух ты! Да, там что-то судак, по-моему. Там, наверное, судак хороший. Да, да, да. Или это форель. Или форель. Больше она вообще не поднимается. Мне кажется, это форель, Андрей. Наверное. О, капец. Так, следим, следим. Есть, вот он, опасный момент. О! Так судак или форель? Это даже не форель, это карп, наверное. Может, карп? Может быть, да. Тихо, тихо, не торопись, не торопись. Сейчас погоняем его. Да, 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 да. Пусть устанет. Вот это, ребята, да. Вот это Андрей дал, не клевало, не клевало. Красавец вообще. Какой кайф. Ого. Слушай, там что-то огромное. Это судак, по-моему. А может... Килограмма полтора-два. Чуть-чуть бы фрикциончик бы, чуть-чуть. Чуть-чуть, Андрей, чуть-чуть только. Не давай слабину. Не давай. Тихо-тихо, не торопись, не торопись, не торопись. Знаю. Я его... Держи себя в руках. Забагрился. Это огромное что-то, да, он багранулся. Нет, по-моему, в рот, Андрей. Нет-нет-нет, заплавник. Думаешь? Заплавник, да. Заплавник. А у тебя подсак-то нету у нас, да? Вот что плохо. Тихо-тихо, не пускай его туда. Тихонечко, тихонечко, тихонечко. Нам хотя бы посмотреть. Сейчас я подниму. Давай-давай-давай. Лишь бы плавник не оторвало его. Вот чего я боюсь. Вон он. Да-да-да-да-да. Да, ребятки, там что-то огромное. Тихо-тихо, да, чтобы он не зацепился. Да, аккуратно. Не торопись только. Давай мы его все-таки попробуем достанем. Сейчас, сейчас я его вымотаю, он устает уже. Он сдается. Вон он, ребята, вон он. Да, он уже сдается. Да, ты его забагрил. Это какой-то осетр, что ли? Да вообще непонятно. Это непонятно вообще кто. Я говорю, как сазан. Тихо-тихо-тихо, не торопись. Да. Не торопись. Пусть погуляет. Пусть погуляет, да. Пусть погуляет, устанет. Такие советчики. Есть, сдался. Так кто это, я не понимаю. Но это не судак. Это не судак. Это то ли сазан, то ли карп. Да. Тело какое-то прогонистое. Длинный плавник. Тихонько, 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 Андрей. Не торопись, он сейчас может начать колбасить. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Подмотай немножечко. Фрикцион ослаблен у тебя? Ослаблен. Да, да, да. Да, это карп. Или сазан какой-то. Где Димон? Димон! Да ты зачем тебе Димон? Давай, он сейчас придет. Ничего страшного. Не обращай внимания, занимайся рыбой. Да, это карп. Или сазан.
Я в них не очень-то понимаю. Так, сильно не тяни вверх. Андрей, не тяни сильно вверх, ты оторвешь эту приманку с плавника. Сейчас идем. Давай я тебя подержу. Сюда его. Не ходи только в воду, аккуратно. Есть. Ух ты. Ну смотрите, ребята, сколько тут. У меня есть весы, сейчас мы его взвесим. Двушка. Смотрите, какой красавец. Он огромный, ребята. Сейчас. Дима решил вопрос сразу, а у него багор есть? 2315. 2315. Я думаю, побольше даже. Вот смотрите, ребятки, какой красавчик. Да, сколько ты с ним? Минут 10, наверное, ну да? Ну да, минут 10. 5 секунд. Андрей, счастливчик. Держи пятюню. Класс, вообще супер. Ставьте лайк. Да.